Здравствуйте, уважаемые студенты. Сегодняшняя тема урока футбол. Владение мячом. Цель научить студентов владеть мячом. Перед основным уроком делаем разминку. Дальше я вам покажу ведение мяча подошвы внешней стороны и внутренней стороны. We'll be right back.
дальше я вам покажу жонглирование мяча. Уважаемые студенты, вот сегодня мы прошли урок на тему футбол, владение мячом. Я вам показал несколько упражнений. Также даю вам домашнее задание поработать с мячом над собой, повладеть мячом. Думаю, что урок прошел нормально. Будьте здоровы, до свидания.